Всем привет, с вами я Фантом. Так что, в общем, хочу сразу сказать, что не обращайте вот на эту сценку игручую, потому что все мои коты, вот раз-два, еще собака играет с ними. Не обращайте на это. Так что все, ребят. Сегодня, короче, мы будем вызывать инопланетянина. Ребят, это похоже вызов на улице НЛО, но сегодня инопланетянина. Его можно вызвать дома. В общем, ребят, по идее, в инструкции писалось, что очень страшно. По идее, должен выключиться свет в нашем доме. И в коридор, когда мы выйдем, в конце коридора, неважно, если вы будете, вы должны быть в комнате или хотя бы там, не знаю, в коридоре. Ну, я в комнате, и, по идее, вы должны быть в комнате. И когда вы через некоторое время будут происходить какие-то странные вещи, через некоторое время, если повезет, выключится во всем доме свет, то есть в твоей квартире. Когда ты выйдешь в коридор, ты увидишь освещение небольшое в самом конце коридора, и там будет стоять типа инопланетянин. Если ты его увидишь, ты должен кидаться к листку и говорить инопланетянину, уходи на свою планету три раза. Потом после этого включится свет весь, сразу просто. Ну что ж, давайте, ребят. Блин, ребят, реально, вот из-за этого у меня страхово, реально. Так что реально, коты, не пугайтесь. Вот, да. Все, давайте начнем. Мы должны просто подойти к листку. Короче, для вызова я уже все подготовил. Нам просто надо на обычном листке, неважно, какой у меня в клеточку, нарисовать такую тарелку. Ну, я не художник, я нарисовал такую тарелку. Можно еще там. Сейчас, одну секунду. Любую ручку. Можно еще там вот это нарисовать. Сейчас. Что типа там сиденье. Сейчас. Вот там инопланетянин сидит. Вот, в общем, вот так. В общем-то, можно желательно, конечно, описать еще инопланетянин. То есть, ребят, похожий вызов. Вызов такой же, как и сам, но очень страшно, потому что в квартире будет свет. Представляете, какая будет тишина. В общем, ребят. Ребят, кстати, еще можете, это как его зовут? Я имею в виду, я буду еще играть в прятки в одиночку. Это я могу и сыграть с Рондоном. Если хотите, чтобы я сыграл... То есть не с Рондоном, блин, опять путаю. С Голдменом. Если хотите, чтобы я сыграл прятки-одиночку с Голдменом, тогда на этом видео должно набираться 5 лайков. Тогда и будет вам прятки-одиночку. Ладно, короче, давайте начнем. Давайте, короче, подходим к листку и говорим. Инопланетянин, приди на мою планету. Инопланетянин, приди на мою планету. Блин. А, блин, там же надо два раза всё лишь сказать. Блин, я забыл. Извините, ребят, еще раз давайте. Инопланетянин, приди на мою планету. Инопланетянин, приди на мою планету. Все. Ребят, реально, очень страшно вызывать. Что это было? Сука, почему? Почему окно открыто? Какого фига? Оно же было закрыто. Сука. Сука, что там было? Что это? Сука, 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 сука. Собака? Что с тобой, Тина? Бля. Тина.
Блин, меня сейчас Тина испугала. Что за фигня была с ней? Она стояла в ступоре сейчас, смотря куда-то вдаль. И, а, не, она на меня, ну блин, она в таком ступоре. Блин, Тина меня испугала до смерти. Да ну нафиг, ребят, я не буду дожидаться того момента. Ребят, извините, будет, что я там лох, там типа обманываю вас. Но, ребят, очень страшно, все. Инопланетянин, уходи на свою планету. Инопланетянин, уходи на свою планету. Инопланетянин, уходи на свою планету. Блин. Да ну нафиг, ребят, конечно, вы подумаете, что я обманываю вас. И то, и... Нет, ну реально, ребят, очень страшно. Все, ребят, сейчас, тихо. Нет, ничего не происходит. Ладно, ребят, короче, за это надо поставить реально лайк, а ты инопланетянин в жопу полную. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр, если вы верите мне. Верите в этого дурацкого инопланетянина, то, пожалуйста, вызовите его. И очень советую вызвать Фантом и проверить партию OneKey, чтобы для своего канала там, вот. Ребят, еще раз хочу сказать, спасибо вам уже, блин, на моем канале уже так резко поднялось, ну, развитие подписчиков. У меня на канале уже 73 целых подписчика. Ребят, за один день уже столько подписчиков прибавилось. Если будет уже 100, я реально устрою, даже не знаю. Может, стрим какой-то, ну, ребят, может, не стрим, но, ребят, я тогда реально пойду, не знаю, в Бургер Кинг, потому что это единственный канал, который у меня будет 100 подписчиков. Так что, ребят, ставим лайки, если кто хочет. Подписывайтесь на канал, кто хочет. Не говорю, что подписывайтесь, все такое. Всем пока, до следующих вызовов.